Ну что, ребята, поехали. Убили чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне здесь, что мне в той, что мне в душой, когда мои друзья со мной. Что мне здесь, что мне в той, что мне в душой, когда мои друзья со мной. Когда мои друзья со мной, что мне с ним, что мне зной, что мне тот не проливной, когда мои друзья со мной. Молодцы! Сегодня не пришла. Я долго думал, почему. Может, что-то упустил или где-то был неправ. Может, ты не поняла. Я так хочу тебя набрать, спросить, как твои дела. Знаем наперед, кто-то на руку не возьмет. Я держу себя в руках. И только ты далекий маленький. На душе и почтовый мой пустой, нет писем никаких, наверное, другим, наверное, другим. И только кто здесь? Люки манит одиноко в окна под окном, и останутся до утра, до утра. Говори, мари, туманы, маны. А мне друзья говорили, забудь ее, забудь. И теперь на сердце раны, раны. Но ты же знаешь, что я влевый. Я буду к тебе, как в тумане, верным радом. Смотри, короче, у нас завтра будет проходить такое мероприятие. Как у нас? Уезжаем. Под квартиру. Уезжаем. Уезжайте, да? Блин, я думал вас позвать просто либо вечерком, завтра. Ну, это дорого стоит. Мы все приедем. Оплачивать. Если, конечно, вы оплатите, вообще быстро. Нет, братва, если есть гитара, да? Не, ну у нас завтра здесь будет своя. Да мы можем остаться. Гитара есть, я сыграю. Гитара и баян. Гитара, баян и халявные столы мы остаемся. Забьем на все билеты и останемся. Вы подумали насчет? Мы подумали уже. Я подумаю насчет гитары, баяна и... А когда ты дашь ответ? Чего насчет баяна? У нас есть,
Нет, гитара, баян и халявный стол. Извини, пожалуйста, как тебя зовут? Спасибо, меня зовут я, администратор. Меня Роман. Короче, гитара, баян и халявный стол. Это наш продюсер. Мы мало едим, но много пьем. Много пьем здесь. И обеспечиваем 100% веселье всем. Да, штука такая тоже душевная, в плане там, типа, поиграть и попить. Поэтому, если что... Вообще, я считаю, что это вообще супер. Нет, я ему сказал, что не надо талант заглушать за корню. И он ушел. Наоборот, ты заставил меня задуматься о слове талант. Конечно, я заставил охранника задуматься о слове талант. У него хотя бы он стал думать. Приятного отдыха. Нашел чем заняться, да? Короче, мы завтра здесь.